Благодарю вас за то, что вы с честью выполняете свой долг, самоотверженно служите Родине. Поздравляю вас с присвоением нового воинского звания перед лицом руководства всего силового блока. Должен сказать, когда события в России происходили, я об этом опять ниже скажу, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых телеграм-каналах не вякнул. Все вооруженные силы, не только армия, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность. Целая бригада готова была к переброске в Российскую Федерацию при необходимости. То есть вот мы будем с ними встречаться, надо попросить настоятельно, пока они, может быть, не удел, чтобы нам командиры встретились с нашими командирами на полигонах, показали, рассказали и тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять.